Закону о государственном языке исполняется ровно 30 лет. В честь этого кыргызстанцы проверили себя на знание госязыка. Так, сегодня в Бишкекском гуманитарном университете имени Хусейна Карасаева состоялся экзамен, а именно диктант по кыргызскому языку. Мероприятие традиционно было организовано Национальной комиссией по государственному языку совместно с Министерством культуры, информации и туризма. Подробнее об акции «Сабатту бол» расскажет Айзада Орунбаева. Сегодня многие госслужащие, частные деятели, журналисты, студенты, простые граждане. В общем, каждый желающий смог снова сесть за парту и написать диктант по кыргызскому языку. Мероприятие посвятили 30-летию со дня принятия закона о государственном языке. И всем известно, как важно знать свой госязык. Так написать диктант пришел и врач-хирург Бейшенбек Джинджиров. Необходимо развивать государственный язык. Если мы не будем обращать на это внимание, кыргызский язык не будет развиваться. Мы вот сегодня написали диктант по кыргызскому языку. Я рад, что молодежь в этом немало заинтересована. Мне кажется, мы хорошо написали. Ну, как проверят, узнаем результаты. Диктант проходил традиционно просто, как в школе. Три раза прочитывался текст. Первый раз ознакомительный, второй под запись и третий на проверку. Учителем в сегодняшнем экзамене выступил заместитель министра культуры, информации и туризма Нурджигит Кадырбеков. Оказалось, это очень ответственная работа, но среди пишущих диктант были и пожилые. И они, по-моему, большие молодцы, потому что они пришли, несмотря на свой возраст, когда многие предпочитают говорить, что они все знают. Но наши аксакалы показали пример. Я очень благодарен нашему народу за интерес к своему государственному языку, ведь это говорит о богатстве нашей культуры. И правда, желающих проверить свои знания оказалось немало, ведь все пишущие едва не поместились в лекционные залы. Организаторы остались довольны охватом акции «Сабатту бол». Сегодня мы провели диктант. Его написало очень большое количество человек. Пришли государственные и муниципальные служащие, преподаватели высших учебных заведений, со школ, детских садов и многие другие. И пришли написать диктант те, кто уверен в своих знаниях. А те, кто не уверен, набрали еще один опыт. Мы считаем, это большой шаг и вклад в образование, да и в страну в целом. В планах организаторов устраивать подобные мероприятия ежегодно и как можно чаще. Отметим свои результаты. Каждый написавший диктант сможет увидеть на сайте mamtil.kg. А получивших пятерки за написанный диктант Национальная комиссия по государственному языку намерена поощрить наградами. Айзада Урумбаева, Кинджибек Максатулу, Пирамида.